Ну что ж, дорогие друзья, пришла пора уже заняться более крупными вещами. Сейчас мы пока отключим вот эту нашу. Она только мешать будет. Так, выделим здесь. Нам сначала вот центральную тут надо сделать рамку. Бычий отбойник или коровий отбойник, как хотите. Так, увеличиваем, зажимаем, Alt увеличиваем. Зажимаем Ctrl, делаем более мелкой и проводим здесь такую вот штуку. Нажимаем пробел, нажимаем девяточку. Хотя я бы такой, чтобы пошел сюда, выделил вот это и сказал Б. Вот так где-то. Вот так вот. Теперь назад. И девятка. И видим, что маловастенькая она. Не-не-не-не, это надо. Вот я все время путаю. Вот это нам надо. Такой отбойничек. Отлично. Вот, теперь мы его выберем. Надо было раньше это выбирать. Что-то я не подумал. Включаем, выводим наш G по Y вперед и G по Z сюда. Получаем то, что нужно. Отлично. Теперь нам надо сделать вот эту большую трубу. Она такая сложная, да? Ну ничего, мы справимся. Так, тоже. А. Увеличиваем. Далее. Уменьшаем маленько. Так, откуда взять? Вот отсюда взять сюда. Он пойдет сюда, труба. Потом сюда она пойдет. Где-то вот до сюда. Потом она пойдет сюда, мне кажется. Так вот. И теперь давайте сбоку посмотрим. Нам нужно развернуть П, чтобы у нас получился. Чтобы у нас получилось то, чего хочется. То есть вот так загнуть сюда и поднять наверх. И сказать П. Пробел. Извиняюсь, пробел. Так, после этого мы можем зайти сюда, выделить. Сказать Б. Где-то вот так, такую круглоту сделать. И сказать ей 9. Естественно, она будет маленькая, да? Так, давайте мы ей займемся. То есть нам нужна вот такая толстая штука. Такая, да? Не должны быть эти все. Так, не пересекаться желательно. Ну, такое, наверное, не получится, чтобы не пересекалось. Давайте выведем ее теперь еще раз. G по Y. То есть мы выберем ее вот сюда. Так вот она будет. Не совсем как там. Ну, ладно. Что теперь? Так, последнее, что мы можем сделать, Ctrl-R. Вот здесь. И выделить уже не ребра, а вот это. И сказать, что нам нужен экструд по нормальному. Вот так.
Как там все это сделано, так и мы сделаем. Так, единственное, что тут же еще вот это. А, ну это все нормально. То есть мы с вами сделали вот такую штукенцию. Далее, продолжая тему, мы должны пойти вот сюда, сказать тоже, что у нас должна быть такая штука. Допустим, расширим и сделаем больше. Так, теперь смотрим сверху. Скажем, вот это сюда пошла. Так. А далее P. И поднимем ее вот сюда. Так. Теперь подвигаем сюда, опустим аккуратно вниз. Говорим еще раз. П. И ставим примерно вот так до конца, да? Пробил. Все хорошо, но теперь нам надо пойти сюда, выделить это все. Что такое? Что за шуточки? Так, скажем, Е, для того, чтобы мы могли пододвинуть все. GPX все нам нужно, мы можем поставить ее прямо вплотную сюда. Так. Если непонятно, почему вот эти две не действуют. Ну и ладно. Он их потом можем поднять. Так, теперь контур. А, нет, это просто B теперь. B. Не хочет. Мне кажется, она затормозила что-то. Ничего не работает. Хотя эти работают Б. Так. Вот эти две нет. Как-то вывернуто. Я что-то неправильно поставил, наверное. Получилась такая вывернутая штука. Е. Ну, теперь девяточка. Вот перебор, это явно. Такой крупный нам не надо. Где-то вот так, наверное. Ну и опускаем G. Это сюда опускаем. Так, здесь у нас надо бы вот что у нас за дырки здесь порватые, то есть мы неправильно что-то сделали. Придется переделать. Не уследил, ребят. Не уследил. Хорошо. Я сейчас переделаю, но вы подождите. Ну, вот так, да? Теперь мы ее видели. Мы же позади немножко опустим. Вот так. Так, и, наверное, можно будет
GPX поработать. Так отодвинуть. Да. Это будет хорошо. Так, ну и последняя труба. Это вот эта труба. Как она сделана, я понятия не имею. Попробуем. Так, давайте. Во-первых, попробуем так. Если она у нас вот здесь заканчивается. Допустим, она у нас заканчивается вот здесь. Дальше P. Продлим. Нет. Сюда. Все это неверно. Все это неверно. Я думаю, что нам надо будет здесь как-то на вас сначала сделать. Так. Так, да? Все она идет вот отсюда, эта труба. Она идет отсюда, потом идет сюда, потом идет вот сюда. Так, теперь я могу П почему он становится мелкой при этой штуке? И вот сюда, наверное. А как же с этой быть? Ну-ка, еще назад теперь. Придется установить П. Так. Интересно, я не пробовал, нужно ли продлять эти вещи. Сейчас посмотрим. Вот я выбираю это все. Беру вот. Нет. Вот я все это выбрал. Так. И теперь, если я скажу вот эту, то это не могу я продлить случаем как-то там Е или F. Я думаю, что нет. Это мне интересно, вот это вот для меня, конечно, немножечко загадка, как это сделать. Как-то оно все вроде нормально, но мне надо, чтобы оно еще и туда загнулось. Тут все хорошо. Если я скажу B, то я получу тут, что мне нужно. Тогда. Но мне бы хотелось продлить эту штуку. Она, наверное, не продлится. Итак, если я правильно понимаю, она не продлится. Значит, этот не годится. Сейчас я попробую другой вариант какой-нибудь, ребят, потом вам покажу. Давайте попробуем так. Сейчас П. Скажем, что мы начнем вот отсюда. Сюда. Сюда. А потом выдвинем. Так, и теперь П. П это вот сюда, допустим. Теперь П сюда поднять.
и B вот сюда провести. Вот так вроде получилось, но бог ее знает. Так ли оно получилось как нужно, это вопрос. Ну, сейчас начнем строить. Перейдем в эту. Выделим все. Скажем так, если мы скажем, это S по Y. Будет она работать? Нет, она не будет работать. Конечно, грустно. Ну да ладно, все равно попробуем. Б. Сделаем эти закругленницы. Вот так. Да. Ну и потом. Потом перейдем сюда. Скажем, 9. И, естественно, более вот так где-то сделаем. Так, и что-то у нас за 19, да. Вот так. Так, и двигаем G по Y. Оно вот так все получается. Все четко получается. Так. Единственное, что здесь. Сейчас мы ее подвинем. G по X. Вот так. И в обоих случаях вот тут сказать Ctrl-R. Так вот, где-то вот так. Теперь выделить вот эти и сказать, чуть побольше-то должна быть. Так, так. То же самое здесь. Ctrl-R. Отлично. Дальше. Выдвигаем. Ну, вот так есть. Чудненько. Тут мы не знаем, как это все выглядит, поэтому оставим так, как есть. Единственное, что здесь я такой, чтобы сказал И, только Б. Вот так. И сказал Е. Задвинул сюда, создал такую вот штуку. А это удалил. Не будем так сильно так. Фейс. Так, фейс удалили, все отлично стало. Все прекрасно. Ну, все, ребята, осталась только шляпа наверх. Так, тут мы сейчас включим. Вот она. Угу. Вот эту насадку сделаем. Ну, тут две пикалки еще, но я думаю, что это в следующем видео. 19 минут. Хорошо, договорились.